Привет, бро, меня зовут Поси. Сегодня мы с тобой поиграем в Roblox в режим Dragon Rage. В этом режиме мы должны противостоять гигантскому дракону и постараться выжить на острове. То есть дракон летает и сносит наши острова. Что не есть хорошо. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь у нас есть шоп за токены, магазинчик с какими-то атрибутами, магазин шляп, магазин лиц, а также новогодние апгрейды. Но это нам все не интересно. Нам интересно, какая сейчас карта будет. Этот режим настолько клевый, что здесь есть больше 15 новых карт. И кажется, сейчас у нас идет выбор карты. Вот, Twin Isles. Хочу сыграть на двойном острове. Здесь есть, кстати, зимний остров, а также атомный хиллс. Не знаю, что это такое. Окейушки, 3, 2, 1. А, я так волнуюсь. Это мой второй раз в этом режиме. Воу! На самом деле, карта неплохая. Здесь такие разноцветные деревья. По ним можно попрыгать, побегать. Что еще можно здесь сделать? А вот и, кстати, и дракуша. Фу, как хорошо, что мимо меня. Здесь можно делать, кстати, двойной прыжок, что очень спасает, когда на тебя нападает дракон. Давай, лети в мою сторону. Ты хочешь ударить меня? Не снес меня. Вот это ты лошарик. Ну давай, давай, я тебе в носище дам. Подходи ко мне. Они сносят пока что нижнюю часть. А давайте попробуем от первого лица. Ну-ка. Воу, так намного эпичней. Сколько здесь уже драконов? 3 дракона. Каждый 2... Появляется новый дракон. Нет, я не буду так рисковать. О, фиолетовый дракон, он такой крутой. Могу я запрыгнуть на дерево? Могу. Да я и на тебя запрыгну. Я на самой высокой точке на этой карте. Я чувствую некое напряжение, потому что возле меня уже 4 дракона. 5 драконов. Когда будет 6, мне точно будет конец. Я должен уворачиваться, я должен быть сильным. Нет, нет. Попа, попа, попа. Попа боль. Фу, возвращаемся обратно на остров. Меня скинули на секундочку. 40 секунд осталось. Эти 40 секунд будут адскими секундами. Нет же. Нет, 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 нет. Осталось 3 сердца, 3 сердца. Фух, запрыгнул, восстановился вроде бы. 1,5 сердечка, это очень мало. Когда тут сколько? Драконов 700, наверное, не знаю. На дерево. Фу, буду стоять здесь. Надеюсь, меня никто не снесет. Нет, не хочу. Не надо. Воу! Я последний! Я остался последний! Гейм овер! Есть! Мы победили! За каждую победу нам дают плюс 20 токенов. Эти токены мы можем обменять на различные скины и прочие всякие финтифлюшки. Это просто чистая победа! Я здесь есть? Нет, меня здесь нет. Также здесь есть такая игровая лавка, где мы можем покупать всякие бонусы. Я купил вот этот бонус, сейчас вам покажу. Вот, V-Challenger. Правда, я не знаю, как его использовать. Видимо, это двойной прыжок. Здесь есть какое-нибудь место, где можно приодеться? Да, мы можем поменять цвет нашего персонажа. Будем красными. Торо, Торо! О-ля-ля, пиццерия! Голосуем за эту карту. Нет, 2 острова. Хотя я первый раз тоже хотел сыграть на этой карте. Видимо, не так все плохо. 2 острова и много игроков. Видимо, все драконы будут моими. Но я же в красном, понимаете? Они же как быки. Ну, почти. Только с крыльями, еще стреляются огнем, пожирают людей, сжигают деревни. Ну, прям как быки. Ты что, дурак, что ли? Второй дракон появился. Он прям из воды выплыл. Встану на самый центр. Так, дракон идет на снижение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Фу, чё-то не круто. Вообще не круто, я собрал подарочек. Вау, это очень круто. Меня дракон прям подбросил к этому коллекционному гифту. Ну, 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 залазь. Нет же, нет, нет, я не хочу умирать. Встанем здесь. Мы все в нашем гнезде. Драконы, надеюсь, не полетят. Хотя они же наоборот снизу в большинстве случаев летают. Я должен отсюда выбраться. Я не хочу с вами помирать здесь. Вот, на острове намного лучше. Пусть вас там сносят драконы, а я здесь постою. Встану на этот цветочек. Всю нижнюю часть острова просто разнесло. Им некуда спасаться. Вон она, сейчас она тоже погибнет. Хорошо, что я долго не задерживался на том островочке. Смогу я допрыгнуть до этого дерева или нет? Ладно, попробуем. Фу, получилось. Ну, теперь у меня есть гигантская платформа для того, чтобы выстоять здесь до самого конца. Мамочки, мамочки. До самого конца. Я последний остался. Похоже, это конец. А-а-а, ну да, сыкотно. Совсем немного. Все драконы идут на меня. Давайте ко мне на лицо. Нет, нет, тупой дракон. Так, так, я должен выжить. Есть. Я выпрыгнул с этой воды! Чё-то как-то не везет. 12 секунд, 12 секунд. Миссисипи! Раз Миссисипи! Два Миссисипи! Три Миссисипи! Yes!
победили пол сердца. Я бы не выжил, если бы не время. Я 4-го уровня. Огонь. Чем здесь можно закупиться за эти токены? Хочу купить себе какую-нибудь шляпу, либо какие-нибудь атрибутики. Но лучше шляпу. Возьмем себе вот эту шляпку. Шляпу путешественника. А где эта шляпа? Я хочу как приодеться. Типа, ну ладно, хорошо. Как-нибудь потом. У нас идет выбор карты, я должен успеть отдать свой голос. За что я проголосую? Я проголосую за... Да, однозначно за эту штуковину. Здесь даже какой-то корабль есть. Пиратская бухта. Так, я сразу иду на этот корабль. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Всех на борт, капитан. Джек Пози уже здесь. Нет, чертов кракен сгрыз половину нашего судна. О, пиратский сундук. В нем что-нибудь есть? Или это просто текстурка? Я, конечно, хочу узнать, что здесь. Открыть его нельзя. Ой, кажется, от моего корабля почти ничего не осталось. Уплываем! Отбой, отбой, пираты! О, встану на парус. Как вовремя. Ох уж эти тупые дракошки. Они до сюда точно не долетят. Хотя, кто знает, там пальма же есть. Может, лучше на пальму? Нет. Ты чё, офигел совсем? Знаешь, кто я? Нет! Ох уж эти тупые драконы. Ну да, больно, типа. Ну давай, залазь. Есть. Я осматриваюсь. Вроде бы ко мне не плывут. Перепрыгиваем. На пальму, на пальму, на пальму. Быстрее же. Есть, я на пальме. Чё, как твои дела? Давай я на тебя запрыгну. Постою на тебе. Так безопасней. Нет! Что? Он, кажется, утонул. У меня есть шансы. Нет! Нет, все, шансов нет. Я за текстурками. Да, очень тупое поражение. Но зато мне дали опыта. Где моя крутая шляпа? Здесь есть моя шляпа? Есть шляпа! А еще есть гифт! Подарок! Подарок на голову! Ладно, лучше уж в этой шляпе. Да, она нереально крутая. Это челленджер за 15 робуксов. Он добавляет суровости в нашу игру. А если я буду фиолетовым? Да, еще круче. А если я буду черным? Воу! Либо белым. Да, я буду белым рыцарем. Моя башка сливается с моим телом. Плаща не хватает. Ладушки, голосую снова за эту пиратскую бухту. А, будет вот этот Spire's Mount. Один остров. И что мы должны здесь делать? Стоять на самой вершине? Думаете, что вершину айсберга никто не сломает? Когда-нибудь это произойдет? Минута философии от меня. Буду стоять у тебя на голове. Ужасное зрелище. Воу! Лошарики! В жопе шарики! О, гифт! Нет, он уплыл! Второй гифт! Не, в воду я не поплыву. За этими гифтами я в воду не поплыву. Поплыву, хорошо. Я подбираю гифт. Нет, ну хотя бы до берега, хотя бы до берега, хотя бы до берега с этим гифтом. Yes! Два сердечка. Это очень плохо. Зато я подобрал гифт. Хоть где-то мы нашли плюсики. О, ты живой, я снова у тебя на голове. Пойдем еще один соберем гифт. Так, нужно, чтобы меня дракон подбил. Нет! Да не так ж сильно. Хотя нет, в самый раз. Как забраться на эту башню? Ух, ух, ух. Пфф, мамочки, поднимаюсь, поднимаюсь. Конечно же нет, конечно нет, конечно нет, конечно нет. Минута, минута, минута. Надо, чтобы дракон подбросил меня на эту башню. Как мне это сделать? Там еще один гифт. Хочу больше гифтов. Нет. Мне нельзя терять сердечки. Вот вообще нисколечки. Нет, нет, нет. Со всех сторон. Куда вы все прете? Тупые дракошки. Гифт. Надеюсь, он не на воде. Нет, он не на воде. Подобрал, yes. Два гифта, коллекционных гифта. Неплохой матч. Мы собрали много плюшек. Крутых подарочков. Так, я у тебя на острове. Сорян, что отжал. Ой-ой-ой-ой, кто-то помер. Похоже, я остался один. Дружище, учись, как нужно выживать. Я боюсь, боюсь. Кажется, я обосрался. Я выиграл или нет? Нет, не хватило одной секунды. Пойдемте посмотрим, что это были за гифты. Сейчас посмотрим, какие там подарочки у нас. Ну-ка, голова. Правда, я не понял, что нам дали? Ладно, видимо, это что-то очень крутое. Потом посмотрим. Ну что же, надеюсь, вам понравился этот режим в Роблоксе. Если ты дракон, то обязательно ставь лайк. Если ты хочешь оседлать дракона, то обязательно подписывайся на мой канал. А оставайтесь такими же крутыми и увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос! Playtime.